В многих городах тоже было очень пиздато. Но многие люди приходили, чтобы послушать наши старые треки. Я надеюсь, на что вы тоже знаете пару наших старых треков. Потому что следующий трек называется «Картинка». И я хотел бы услышать, как вы подпеваете. Концерт этого тура. Я хотел бы сказать еще раз спасибо всем тем группам, с которыми мы делили сцену, с которыми мы делили автобус, ну, с которыми мы просто делили радости и взгоды. Еще раз это Fly Paper, Lucifer, In the Sky with Diamonds, Камни, Cosmonauts Day, ну, конечно же, МТ. И куча местных команд, которые нас поддерживали. Следующий трек новый. Он называется... Да не будем танцевать! Часы. We'll be right back.
Спасибо огромное. Осталось всего лишь несколько песен, друзья мои. Надо уговорить как следует. Но перед этим я хотел сказать особое спасибо человеку, без которого на самом деле это все было невозможно бы совершить. Этого человека зовут Лилия Нагиева. Без ее единоличной силы воли, характера, упорства и терпения это все бы было невозможно. Она практически в одиночку забила весь этот ебаный тур, общалась со всеми организаторами, со всеми водителями, охранниками и прочими мудаками, которые мешают нам жить и мешают вам угорать. Лили, иди сюда, я вижу, что ты там есть. Вот этот великий человек. Давайте скажем ей спасибо за друзья. Давайте поднимем уже в небеса, друзья. Потому что уж мы знаем, особенно я, как часть Equal Minds Theory, знаю, что вся эта музыка в России, вся подобная музыка, вся прогрессивная музыка в России держится только за счет энтузиазма таких людей, как она, друзья мои. И ее вклад в эту музыку просто неоценим. Это уже не первый тур, который она сделала нам, и который она сделала любым другим группам. Поэтому ее вклад в подобную музыку просто неоценим, друзья. Лиля, спасибо тебе большое за то, что все это стало возможным. И следующая песня называется «Мертвый пишет живому», друзья. Еще у всех полно сил, да? Тогда мы... Да и довольно-таки много народа здесь сейчас. Тогда мы сможем сделать довольно-таки неплохой Circle Pit. О, чувак. Его надо посадить и дать отдохнуть ему немножко. Circle Pit не удался. Давайте второй раз. Давайте еще разочек.
потому что этот трек, он просто создан для этого. Давай! Давайте потихонечку разгоряемся. Уп! Он называется «Город слепых». Oh,
На самом деле я вижу то, что многие хотят уже уйти домой, да? Нет! Нет? Нет! 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 Тогда мы сыграем вам еще один новый трек. И я надеюсь, на сегодня вы поможете нам сегодня и потанцуйте последний раз. Друзья, я немножко проспойлерил, что нам остался всего один трек. Давайте укорим как следует. И может быть, мы добавим один очень интересный бонус для вас, друзья. Поэтому, это как вы скажете, друзья мои. Так что давайте ударим как следует на последний. Мы не знаем, когда повторится следующий Loud Nation, или повторится ли он вообще. Может быть, на завтра просто все ляжем и умрем, блядь. Но сегодня надо ударить так, как последний день, друзья мои. И это последний трек. Мистер Даниила Плачки начинает.
как охуенно крутого. Это у нас группа «Автоскан». Так что давайте сюда. Друзья! Я хотел еще сказать напоследок, перед тем, как заебаться последний год уже на сегодня и, пожалуй, навсегда. Это был крайне охуенный тур для нас. Это был первый и самый большой, самый сложный и самый обрателый тур, в котором мы все только участвовали. Все группы, которые ездили с нами, все немножко озверели и определенно наши жизни уже точно не будут такие же, абсолютно прежние. Они будут какие-то две дружки. Поэтому пока они с тура, мы решили отдать немножко почести тому рок-н-роллу, который творился у нас в туре. То есть сатамии, оголтелому пьянству, дебошу, ненависти и фрустрации, которые творились в автобусе после концертов во всех этих городах. Поэтому мы тут решили собраться немножко всей толпой, все люди, которые участвовали в нашем небольшом туре. Вот, например, Саша на басу из группы «Космонавт Дэйн». Ну, конечно, Паша из, пожалуй, самой лучшей сольной группы в мире, группы «Крайни». Из группы «Люцифер» из «Скарри» из «Драмонс» и «Автоскан» мистер Олег Матео Сахаров. Ну, мы решили еще вспомнить одного нашего старого друга, участника первого World Nation, с кем мы ездили в первый тур, и который все время тусуется нас на студии, это Илья Шакс из группы One Giant, наконец. Итак, ребята, мистер Антон Катаков из группы Equal Mind Stereo, конечно же. Илья вас сейчас научит. Собственно, вся песня посвящена просто тому, чтобы употребляли, видели, сыпали, наливали и использовали в нашем туре. Несколько простых слов, друзья мои. И мистер Илья Шарф вас сейчас этому всему научит, друзья. Давай, Илья! Сегодня была отличная погода. Отличная. И нужно всего 7 простых вещей, чтобы это стало по-настоящему клёвый летний хит. Это никотин, валиум, вольфритин, марихуана, экстази, алкоголь. Никотин, валиум, вольфритин, марихуана, экстази, алкоголь. Никотин, валиум, вольфритин, марихуана, экстази, алкоголь. Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, kicking and kicking. Thank you.
Садомиты всякие. She broke out.